13 февраля 1943 года Красная Армия освободила от немецких оккупантов столицу Кубани, город Краснодар. И в первые же дни в городе были обнаружены многочисленные жертвы гитлеровского террора. Трупы замученных в гестапо, отравленных фашистскими извергами советских людей. Июля в Краснодаре перед судом военного трибунала Северо-Кавказского фронта предстала группа изменников Родине, пособников врага, активных участников злодеяний немецко-фашистских оккупантов на территории Краснодара и Краснодарского края. Дело слушается в открытом судебном заседании. В зале суда трудящиеся города и колхозники окрестных станиц. У многих из них гитлеровцы замучили и убили родных и близких. В зале присутствуют представители советской печати, писатель Алексей Толстой, герои Советского Союза лейтенант Глинка и майор Покрышкин. Суд идет! Члены трибунала. Полковник юстиции Захарьянц и майор юстиции Костров. Председательствует полковник юстиции майоров. Судебно-медицинские эксперты. Защита. Продолжается допрос обвиняемых. Тищенко, предатель, ставший следователем гестапо. Речкалов Иван, уголовник, дезертир, работал в гестапо, участник отравления советских людей газами. Листовина, кулак. Участвовал в убийстве 60 советских граждан. Тучков Григорий служил в гестапо, выезжал на облавы и аресты. Пушкарев Николай, группенфюрер гестапо, поджигал и взрывал здание гестапо с заключенными жителями Краснодара. Мисан Григорий, тоже агент гестапо. Напцок Юнус, гестаповец, помогал немцам вешать жителей. Котомцев Иван, участник гитлеровских карательных экспедиций. Павлов Василий служил полицейским в зондеркоманде СС-10А. Парамонов Иван добровольно пошел на службу к немцам. Гладов Игнатий, тайный агент и провокатор гестапо. Презренные изменники родине. Вот места, где они помогали своим немецким хозяевам, кристманам, герцам и прочим палачам гестапо творить страшные злодеяния над мирными советскими людьми. Здание бывшего краснодарского гестапо. Один из застенков. Может быть, за несколько минут до мучительной смерти руками советских людей сделаны эти надписи. Здесь замучена семья патриотов, два брата и две сестры Ромас. Из этой больницы палачи увезли более 300 больных, погрузили на автомашины душегубки и по дороге отравили окисью углерода. О чудовищных зверствах немецких палачей и их пособников рассказали суду свидетели. Около 10 часов утра в больницу явился так называемый доктор Герц в сопровождении нескольких младших офицеров и немецких солдат. Он сказал, что он выполняет, согласно установке немецкого командования, следующие указания. Все больные должны быть изъяты и истреблены. Каким способом это для врачей не должно быть известно. Когда я вышел во двор, я увидел жуткую картину. Около женского отделения стояла большая серая машина, в которую погружали голых, раздетых женщин больных. Вначале они не понимали, в чем дело. Вскоре поняли, поднялся страшный вопль, нечеловеческий крик. Больных насильно продолжали грузить
в машину. Когда машина заполнилась больными, около 80 человек, машина захлопнулась и ушла из больницы. Герц прошел по палатам, а затем погрузка детей началась. Дети многие не хотели лезть в эту страшную машину. Девочка Терехова плакала и просила оставить ее, но мольбы ее были тщетны. Погрузка закончилась. Из машины высунулся мальчик Володя Зазуля и крикнул: «Прощай, товарищ Сталин! Прощайте, все нянечки-воспитательницы! Больше мы уже никогда не увидимся!» Раздался гудок, машину обе тронулись и скрылись за ворота больницы. Моя соседка Раиса Ивановна, замечательная женщина, которая исчезла, и наконец ее отыскали убитую, привезшую, я сам видел ее. Затем парнишка 18 лет, Володя, тоже был убит, где-то ее разыскали в раскопках. Затем сосед мой недалекий, Кирюшка Фаторах Луганский, тоже был убит, его разыскали, привезли, я сам видел. Запылали наши фабрики, заводы, больницы, где они находились, все это начало взрываться. И здесь уже оказался настоящий звериный немецкий образ, который они нам показали. Иван Иванович Котов чудом спасся из душегубки. Потеряв голос, он говорил так тихо, что его не удалось записать на пленку. Он прошел весь страшный путь от посадки в машину смерти до могилы и очнулся живым среди бездыханных товарищей. Пусть прозвучит ваш приговор, как предвестник приближающейся грозы, готовый разразиться над головами всех немецко-фашистских разбойников, которых ожидает беспощадная расплата за их чудовищные зверские злодеяния. Сегодня советский закон опускает карающую руку на голову фашистских наймитов и лакеев. Завтра суд истории, суд свободолюбивых народов произнесет свой неумолимый приговор над кровожадными властителями гитлеровской Германии и всеми ее сообщниками, врагами человечества, повергшим мир в кровавую пучину нынешней войны. Ни одному из этих не уйти, из них не уйти от беспощадной кары. Признав доказанной виновность всех подсудимых в измене Родине и в соучастии в злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории города Краснодара и Краснодарского края, военный трибунал приговорил подсудимых Тищенко, Речкалова, Листовина, Пушкарева, Мисан, Напцок, Котомцева, Кладова к смертной казни через повешение, Тучкова, Павлова, Парамонова, как менее активных пособников, к ссылке на каторжные работы сроком на 20 лет каждого. ...14-18 июля 1943 года. Военный трибунал Северо-Кавказского фронта в открытом судебном заседании в городе Краснодаре рассмотрел дело о зверствах немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории города Краснодара и Краснодарского края. Военный трибунал приговорил Тищенко Василия Петровича, Речкалова Ивана Анисимовича, Ластовина Михаила Павловича, Пушкарева Николая Семеновича, Мисана Григория Никитовича, Напцок Юнуса Мицуховича, Котомцева Ивана Федоровича, Кладова Игнатия Федоровича к смертной казни через повешение. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Товарищ полковник, приведите приговор в исполнение. Иудам-предателям, изменникам русской земли, позорная смерть. Наш оператор
обратился к простой русской женщине, жительнице Краснодара. Кристина Нормовна, расскажите, пожалуйста, вот то, что вы нам здесь уже рассказывали, я слышал. Вот кого из них вы знаете хорошо? Вот этого в розовой рубашке, Пушкарева. Пушкарев, да? Да. Здесь было здание за Новым базаром. Там были в подвале арестованные люди, 300 человек. И он, конечно, охранял там вооруженный. И когда загорелось здание, то, конечно, слишком большой крик был, такой ужас людей, что они должны сгореть. Кто кричал? Арестованные наши советские люди. И соседи не могли терпеть этого. И они бежали туда, к этому дому, и становились на колени, ездили, просили его. Кого просили? Этого Пушкарева, вот этого самого. Открой, пожалуйста, двери. Мы тебе денег дадим, сколько хочешь. И вот они предлагали ему очень много денег. А что хочешь, возьми. А он кричит, уходите отсюда, я не буду стрелять в вас. Ну и, конечно, они не могли ничего помочь людям. И так сгорели люди, что... Сколько? Все сгорели? Все сгорели. И родные не могли их опознать. И долго еще не расходился народ с городской площади, единодушно одобряя справедливый приговор. Стихийно возникали митинги. Прислужники немецких убийц, подручные Кристманов и Герцев, ответили за свое преступление. Но суд не окончен. Он идет, он продолжается, пока все немецкие палачи-убийцы, все до одного не будут уничтожены, и советский народ сполна платит немецким мерзавцам за причиненные ему муки и горе.